воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Доброго дня, дорогі друзі! З вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я її ведучий Тарік Незалежко. Що я можу сказати про сьогоднішнього гостя, який прийшов до нас в студію? Коли я з ним зустрічаюсь, то у мене одразу в голові починає грати музика «Гоп-стоп». Але не хвилюйтесь, він ніяким чином не пов'язаний з криміналом. Уже просто, да, вже не пов'язаний. А чому «Гоп-стоп»? Тому що це Серж Розенбаум. Привітаю. Привіт. Я тебе радий вітати ще раз у нас в студії. Хотілося б дізнатися, от ми десь з тобою скільки, півтора місяця не бачили, що нового у тебе відбувається, які творчі плани, може, у тебе є, чим взагалі зараз займаєшся? Я зрозумів. Ну так, да, десь ми місяця півтора не бачилися. Зараз я займаюся, я підтримую і координую таку політичну партію, як «Союз лівих сил». Вот. Ушел з головою в цей проєкт. Тому що, на мій взгляд, як ти координуєш? Тобто вона, щоб вона наліво повертала, а не направо в ніякому разі? Вона і без мене, я уверен, буде залишатися на лівому направлінні. Але, як би, так, да, ліве, воно, як не крути, лучше право. Тобто ти та ж сама людина, яка каже, що це наше майбутнє. Ну, ти віриш в це, принаймні? Звісно, вірю. Я ніколи не займаюся тим, що я не вірю, тому що у мене тоді лице скучне, і мені грошей не дають. А, який тонкий намек. Ну, в принципі, хто хотів, той зрозумів. Слухай, ну, у нас топ-блогери України. Яких блогерів ти переглядаєш? Я б хотів би почути там твою п'ятірку, чи тройку, чи навіть двойку. Краще п'ятірку блогерів, яких би ти порадив нашим глядачам. Зараз розкажу. Ну, значить, пару років у мене вже такий плейлист, да, це, от, скажем, Шарі, Монтян, несмотря на то, что они друг друга не особо как-то. Периодически страна ЮА. Вот, одно время смотрел Дубинского. А чему смотрел? Чему в прошедшем? Надоело. Как-то, мне кажется, он просто хайпует, и за его словами нет истины. Вот, но последние пару недель я так за собой начал замечать, что я перестал смотреть топ-блогеров Украины. Вот, Шария уже вообще смотреть не могу, не знаю, что-то случилось, может, кто-то наколдовал, вот, поэтому, скажем так... Партия левых сил на тебя вплынула, мабуть, скорее всего, скорее всего, все-таки он более правый, вот, поэтому, скажем, черпаю я в основном все из Фейсбука, так у меня настроена лента, что мне достаточно Фейсбука, а YouTube, вот, последнее время я все-таки в более развлекательных целях использую. Ну, вот, скажем, еще Максима Гольдерба периодически смотрю. Ой, как это дивно, как это співпало, да? Странно, да? Так бывает. Ага. Вот, ну, вот такие вот дела, да, как-то вот так вот. Ну, и там телеграм-каналы периодически. Ну, в общем, беру отовсюду понемногу, пытаюсь не зацикливаться на одном, никому не верю практически. А, вот. Как-то вот тобто в ітозі ми почули з того, що ти перерахував людей, яких ти переглядаєш, але в принципі ти їх не раджиш нікому дивитися. Ні, чому ж? Ну, от останнє, що ти дивився, люди. Таке, що тебе вразило. Тому що Шарія ти перестав дивитися, Дубінський теж тебе чимось не влаштовує. Мене кожен раз вражає дуже Монтян, звісно, тому що його стиль – це все-таки такий фріковий, да? Неформатный, андеграундный, поэтому, скажем так, я не то чтобы, да, ну, не знаю, восхищаюсь ей. Это очень своеобразный человек, но мне интересно, как она хайпует, как она рассказывает какие-то вещи, да, то есть в отличие от остальных прилизанных и сразу видно там, где кто чей, у нее это все так как-то мистично, таинственно, забавно, и, ну, она прекрасно матерится. Я люблю, когда люди матерятся, потому что если люди матерятся, значит, они врут меньше, чем другие люди, которые не матерятся. Так доказано какими-то ирландскими учеными в 87-м году. Все. Тобто, якщо людина мат використовує, то це наша гарна людина. Ну, ясно. Конечно, да. Твоя позиція мені зрозуміла, я її не
підтримує, але добре. Ну, як же так? Кожен має право на свою неправильну думку. Да? Спасибо. Дивись, а от хотів би тебе запитати, це вже, в принципі, минуло десь два тижні, але дуже гучне інтерв'ю дав Бардаш. Ну, да, ти знаєш, так? Да, да, я смотрел, конечно. Да, а, ти дивився? Да, конечно. Можеш тоді сказати, які у тебе враження після того інтерв'ю? Могу. Може, якісь такі точки, які тебе зачепили? Тому що, ну, як на мене, це відкриття для мене було. І цієї людини, і взагалі деякої ситуації стосовно шоу-бізнесу. Ну, я чоловік із шоу-бізнесу. Я ще пару років назад плотно цим займався, тому, скажімо так, пересікався із Бардашем, із його проєктами, і з його жіною бувшою Луною Кристиною. Вот. Что хочу сказать? Наверное, тебя интересует именно тот блок гуманитарный, где он говорил по поводу Украины, так, русского языка, используя все эти свои... Мне цікавить те, що, в принципі, зачепило багатьох журналістів в Україні, тому що, ну, достатньо багато було інформації розповсюджено серед наших таблоїдів. Було діло, да. Вот. Це, ну, стосовно Донбасу, стосовно мови. Он человек, конечно, неформатный, он человек интересный, классный, он с Алчевска. Мой одноклассник хорошо его знал, они вместе брейк танцевали еще в незапамятные времена. Ну что сказать, ну а что, он же сказал правду, да, своими словами вот этими, да, движмены, пятое-десятое. Понятно, что он не политик, он не может об этом говорить красиво, его это, к этому не готовили, его к этому не учили, но он сказал, ну, вещи, которые, в принципе... Всім ясно і понятно. Тобто ти погоджуєшся з його думкою, що, наприклад, є великий тиск на людей? Да, ну, конечно, да. Я думаю, що це не секрет. Да. Ну, более или менее, где-то больше, где-то меньше, но эта заангажированность присутствует, и она есть. И ее, не знаю, как ее не замечать, это нужно либо на зарплате быть, либо слепым быть, либо безразличным человеком. Как-то так. Або відстоювати просто іншу позицію. Да, конечно, да. Либо быть заангажированным, да. Хотів би перейти одразу до наступного. Ну, це пов'язане зараз питання буде. Я не знаю, якщо ти бачив чи не бачив брифінг мовного омбудсмена Тетяни Монахової, от, яка заявила, що, в принципі, це нормально, що у нас, ну, там, на протязі 2-3 років вступить така система штрафів за те, що люди, які працюють на державних посадах або в дитячих садочках і інших закладах, вони мають спілкуватися українською мовою. Якщо вони будуть використовувати російську, то тоді буде штраф приблизно там, 9, від 9 до 11 тисяч гривень. Як ти взагалі ставишся до цього? І як вважаєш, якщо ця ініціатива буде реалізована, це допоможе розповсюджити українську мову? Ну, я считаю, что это может быть нормальным только для какого-то Гондураса, и то там, насколько я знаю, государственные языки испанский и пару индейских. Вот. Конечно, для современной европейской страны это ненормально, кого-то штрафовать за гуманитарные вопросы. Там плюс еще было, что она будет штрафовать ее люди за открытие русскоязычных кружков в детских садиках. Меня больше вот это вот интересует. Вот. Конечно, это ненормально. Конечно, это нездоровая фигня. Конечно, они нам, русскоязычным, рассказывают, что это, что вопрос языка абсолютно искусственен. При этом они сами его всегда поднимают, подбрасывают. А когда начинается какая-то реакция, какая-то ответка, они рассказывают, что он искусственный. Он не искусственный. Если бы они его не поднимали, не подбрасывали, то его бы и не было. Вот. А то есть не мы, получается, это начали. Это начинают с нами постоянно. Ее уже обозвали в народе шпрехенфюрер. Вот. Я так понимаю, что они специально берут людей с русскими фамилиями, чтобы как-то легализировать это все. Вот. Их этот больной бред. Вот. И меня вот этот вопрос языка, когда вот они любят нам рассказывать, что это искусственный вопрос, я сразу представляю концлагерь, где заключенному рассказывает, значит, да, охранник, что все ваши проблемы надуманы, что все нормально. Нет, не все нормально. Есть люди, которые говорят на русском. І за чим їх трогати? Що вони зробили плохого цьому государству? Ти як представник Союзу лівих сил, як ти
ну, пропонуєш вирішувати цю проблему? Ну, взагалі. А проблеми нет. В чем проблема? То, что люди впитали с молоком матери русский язык, они кому-то мешают, они враги народа. Что, они убивают людей? В чем их проблема, в чем их изъян? Они что, выродки? Тобто, краще це питання не чіпати взагалі. Как есть, да. Как во многих европейских странах. Это нормально, нормальная практика. Вот. Потому что это государство, я смотрю, только забирает и ничего не дает взамен. Ні, ну ти ж пам'ятаєш, в принципі, як казав Кеннеді, не питай, що Америка дає тобі, а спитай, да, що да. ти дав Америці. Ну, є така фраза, і Америці да. вони дуже багато дають. Да, багато тих людей, які в нас працюють. На жаль, в Україні вони трошки вже їм не вистачає, тому що занадто багато віддають на сторону. Ну, це американського да. народу. Ні, ну це я просто да, ну, я думки вслух. Може бути, я і не правий. Прав. Так що, ну, дякую, дякую. Ну, у нас насправді минулий тиждень дуже багато відбулося таких гучних подій. І я постійно хочу і прагну до того, щоб у нас щось веселе було. Але, на жаль, нам підкидують якісь сумні дуже теми такашки, для розмови. От, і наступна тема, яка ну, мене шокувала, наприклад. Це я кажу про брифінг МВД стосовно справи Шеремета. Що ми там побачили? Ми побачили, ну, не скажу докази, не докази, але, в принципі, якісь факти, які предоставляли працівники МВД стосовно ну, цієї справи Шеремета. І виходить так, ну, ми не можемо ще нікого звинувачувати, але виходить так, принаймні зараз, як це виглядає, що цей заказ на вбивство, замовне вбивство, виконували волонтери і люди, які являються учасниками АТО. Перше питання. Ти віриш в те, що ці люди могли таке зробити? І друге питання. Як нам вирішувати оцю проблему? Тому що це дійсно проблема, що люди повертаються з фронту, і у них немає ніякої соціальної підтримки, вони мають деякі, скажімо так, проблеми. Спочатку це пов'язано, може, з битовими якимись питаннями, психологічними, ну і це все потім таким комом іде. І страждають і інші люди, які знаходяться поряд. От, віриш ли ти в те, що на брифінгу показали представники МВД? Верю. А почему не верить, что они не люди, эти люди? Конечно. Это логично, да. Якщо вони стоять, розмовляють, да, і в них є руки, ноги пальців, есть. Да. Ну, верю, к этому все йшло, и это не в первый раз, так сказать, такая ситуация происходит. Тут чуть ли не каждое второе преступление как-то связано с этими людьми, поэтому верю. А что еще остается? Вот. МВД же нас не обманывает. Ты, как людина, знов там, представник Союза лівих сил, да. Як ви будете вирішувати проблему адаптації людей? Тому що вони ж будуть повертатися в будь-якому випадку до нормального життя, не пов'язаного з війною, але щоб бой не продовжався у них, як то кажуть. Я понял. Ну, я так понимаю, что это вопрос все-таки к недалекому будущему, когда Союз левых сил так или иначе станет властью. Пока у нас рычагов минимум. Пока, скорее всего, этот вопрос к Авакову, к Зеленым. Ну, концепт, может, якийсь будете розробляти? Что? Ну, якусь концепцию будете розробляти с этого привода? Я понял. Конечно, это большая проблема. И я уверен, что лидеры партии будут с ней как-то бороться. У меня не было общения на этот вопрос. Вот, я думаю, что когда будет ближе к делу, когда появятся какие-то реальные рычаги влияния на эту проблему, то как партия левых сил, да, левых идей, конечно, это будет одна из первостепенных насущных проблем, которые будут решать. Вот. Пока это на совести государства, государство не делает ничего, это видно, это ясно, это понятно, это серьезнейшая проблема, страдают невинные, вот. Их грабят, убивают. Конечно, с этим что-то нужно делать, но, видимо, на это не выделяются, да, средства.
нужні, необхідні, или они розвиваються. Ну, це не тільки питання грошей, це і питання людей, які би впливали на психологічний стан людей. Так, да? Так. Вот. Ну, в этой сфере, как и во всех остальных, у нас пустота. Є питання, які ще, да. Скажи, от ти, як ти взагалі ставишся до 95-го кварталу? Никак, честно. Я его никогда не смотрел, не любил, но негатива у меня к нему тоже не было. То есть я к нему абсолютно нейтрален был до последнего, но сейчас, наверное, скорее со знаком минус, потому что слишком много людей из него пришло в эту власть и делает странные вещи. Вот. То есть, ну, это не мой юмор, скажем так, не мой уровень. Ну, есть и есть. Тобто, ну, я хотів би просто з тобою зараз переглянути випуск, який буде, його ще немає, тобто зі сторони зняли. І з будущого витащили? Кудісник. Значить, ще є у них продакшн, є час до того, як цей випуск вийде. Але була людина, яка зняла для нас дуже цікавий сюжет. І що хотів би зазначити, там присутній президент України, пан Зеленський, тобто він в першому ряді сидить. І я думаю, спеціально для нього заспівали одну пісню. От. І я хотів би подивитися разом з тобою, прекрасно, що це за пісня, інтересно. І до чого вона була, буде таке запитання. Так що давай дивимось. Тобто це таке відеопретензія, можна сказати, і що дивує, тому що ми знаємо, що пан Зеленський безпосередньо дуже тривалий час працював в вечірньому кварталі, і він висміював наших президентів, прем'єр-міністрів та різних людей, але ми бачимо, що його вже там немає в цій команді 95-го кварталу, але вони продовжують висміювати президента, тобто вже пана Зеленського. І що вони кажуть? Вони кажуть, що обіцяли сажати, прокурорів багато, вони серйозно всі виглядають, але посадок немає і досі, вже не весна, вже зима, чи вже що, зимою не можна саджати? От питання, це можна сприйняти як претензію, чи це можна сприйняти як анонс? Що я маю на увазі? Я зрозумів. Ну, во-первых, не стоит верить тому, что прямо, да, там, 95-й квартал такой честный, независимый, что он наезжает на бывшего своего, на Зеленского. Это нормально, они во все времена, так сказать, высмеивали власть и президента. Здесь тоже им что-то нужно делать, ну, хотя бы по минималочке. Вот они по минималочке, чтобы замылить глаза, типа, вот, мы же тоже критикуем. Они взяли какой-то самый такой простенький вопросик, который так у всех на слуху, все понимают, что этих посадок действительно нет. Вот, и они его обыграли, чтобы показать, что вот, мы объективны, мы и прошлых, и настоящих, и всех. Вот, поэтому это нормально. Так сказать, что они это делают. А посадок нет и не будет, потому что это был предвыборный слоган. Лозунг, девиз. Не будет, потому что это был предвыборный слоган? Конечно. Чи від того, что просто ты не веришь в то, что будут эти питання вирішуватися? Так это же связь между тобто, якщо людина на виборах пообіцяла, значит, да, це точно робити не буде. Того точно не будет, да. А что там из обещанного он уже сделал? Он это не сделает, оно ему надо. Они все там под протекторатом Америки, он что будет вот это вот эти все проблемы иметь? Це треба буде поспорити з тобою, і якщо що на гроші, і хтось з нас зможе заробити принаймні. То у меня денег нет. Да. Я не у власти. Ну, видержитесь, да. Да. Добре. Хотів би останнє питання задати. Уже? Та, останнє питання, і от і я тобі його задаю. Окей. Представь собі, що ти пішов на рибалку, зловив золоту рибку, і вона каже, я виконую любі три твої бажання. Але ці бажання мають стосуватися лише України, тобто для себе ти нічого загадати не можеш.
Скажи, будь ласка, три бажання, які б ти побажав українцям? Українцям, да. Так. Ну, в первую очередь, наверное, потому что это самое болезненное, чтобы наконец-то кончилась война, кончился конфликт, кончились убийства, насилие, мародерство. Вот, это в первую очередь. Вот. Во вторую очередь, ну, нищая страна, бедная страна, последняя пару жизни в Европе, хотелось бы всем пожелать денежек, вот, какого-то финансового процветания, потому что реально, я не знаю, там каждый пятый, каждый шестой находится на грани, вот, а остальные тоже живут не прямо так, чтобы шиковать. Поэтому хотелось бы, да, чтобы у людей было и на хлеб, и на подарки, и куда-то съездить на отдых, посмотреть Европу. Братиславу, вот, наконец-то, по заветам Петра. Вот. Да, действительно, это хотелось, потому что тогда бы люди развивались бы, что-то бы видели, что-то бы наконец-то понимали и меньше бы впитывали в себя этот телевизор, который не несет правды. А, крім телеканала «Карти». Да, да, конечно. Давай, давай не будем забывать, да, да, это треба неудобно акценты поставить. Да, да. Ну вы же еще на Ютубе есть, правильно? А, так, да. Ну вот, на Ютубе, правда, не сеть. А третье, ну, наверное, счастливого, приятного, снежного Нового года, который все-таки через две недельки уже к нам подступит. Вот, снежного, это дуже кумедно, это чути, коли зараз на улице плюс 8. Так поэтому я желаю снежного. Да, потому что все-таки Новый год – это магия, это ожидание чуда, это оливье с иронией судьбы. Поэтому вот хотелось бы, чтобы у людей все это в Новый год было. И было, и несло позитив, добрые эмоции, уют, праздник. И чтобы мы через 1 января вошли в новую, прекрасную, достойную жизнь. Да, і лишили всі проблеми позаду. Дуже дякую тобі за цю розмову, за твою позицію. Ну, а ми в рамках нашого громадського опитування цікавимося думками наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що цікавого вони нам сьогодні покажуть. Дивимось. Буквально позапрошлым своїм відео я вам розказував о том, що в Києві було совершено покушення на известного бізнесмена, в результате чего был убит его 3-летний ребенок. И в результате своевременных действий полиции были задержаны два исполнителя, коими оказались бывшие участники АТО. И я тогда сказал, что поверьте мне, пройдет время, и мы узнаем, что участники АТО будут замешаны ни в одном преступлении на территории Украины. И вот ошеломляющая новость. Уже прошло более 3 лет с дня резонансного убийства известного журналиста Павла Шеремета. И вот вчера полиция задержала целую группу подозреваемых в совершении этого преступления. И как вы, наверное, догадываетесь, все они участники АТО и волонтеры. Но что меня не просто удивляет, а уже просто начинает раздражать. Сейчас следствие подозревает в совершении этого преступления 5 человек. Кто-то из них воевал на востоке страны и имеет орден за мужество. Кто-то участвовал в волонтерском движении. Кто-то имеет какую-то научную степень. А кто-то был музыкантом, ну и так далее. И вот уже слышны голоса некоторых деятелей. Ну как же так? Да такого не может быть. Ведь это же такие уважаемые люди. Это же патриоты Украины, бывшие атошники. Да они типа каста неприкасаемых и так далее. А это то, о чем я постоянно говорю в своих видео. Что те люди, которые принимали участие в боевых действиях на востоке страны, возомнили себя не просто патриотами, а возомнили себя неприкасаемыми. Мол, раз они выполняли свой воинский долг, то значит страна и общество должны простить им, как они думают, какие-то мелкие шалости. А знаете, что это за шалости? Да так, ерунда. Одна из подозреваемых предложила шарахнуть по Киеву кассетами с градом. Вот когда слышишь такие заявления, то понимаешь, что эти деятели возомнили себя какими-то больными на голову Рэмбо, какими-то вершителями судеб украинского народа. Я хочу сказать, что нам всем нужно осознать, сколько сейчас на руках находится оружие. И самое главное, что это оружие зачастую находится в руках неадекватных людей. И самое интересное, что они нам будут рассказывать о патриотизме, о том, что в Украине нужно что-то менять, а сами будут выполнять заказуху за деньги, мотивируя, мол, жить же за что-то надо.
Я не хочу сейчас приводить пример Советского Союза, но даже в те далекие времена герой Советского Союза, совершивший преступление, наказывался безоговорочно. И поэтому и в наше время никаких исключений быть не может. Раз ты преднамеренно лишил жизни невинного человека, будь добр, отвечай по закону и вне зависимости от твоих заслуг перед Родиной. И именно поэтому я не успокаиваюсь и буду критиковать генерального прокурора Рябошапку до тех пор, пока убийца Стерненко не будет наказан за совершенное преступление. Потому что мы все хотим жить в цивилизованной стране, где закон должен быть один для всех. А всем тем, кто будет рассказывать о патриотизме этих преступников, я отвечу так. Я лично не хочу, чтобы из-за этих патриотов мои дети находились в постоянной опасности. И здесь нужно отдать должное органам полиции. Потому что во время раскрытия этого преступления стало известно, что именно эти люди пытались подорвать бизнесмена в Ивано-Франковской области. Именно эти люди приняли заказ на уничтожение фермеров в Днепропетровской области. Именно эта бригада занималась подрывом электроопор на юге страны. А? Как вам такие патриоты? И кроме того, уже во время расследования, когда члены этой преступной группировки уже чувствовали, что их пасут, что полиция сидит у них на хвосте, даже в это время они старались не терять время даром, а отжимать бизнес у предпринимателей. И вот на этом моменте я бы хотел остановиться более детальнее. В Фейсбуке можно частенько почитать возмущенные посты украинских пользователей, что, мол, их знакомые волонтеры, которые занимаются доставкой нашим военным подразделениям на востоке страны, продуктов, одежды, иногда какого-то военного снаряжения, живут очень даже неплохо. И приводят примеры, когда человек до занятия волонтерской деятельностью буквально жил как среднестатистический украинец, а потом вдруг начинает покупать квартиры, менять машины и так далее. И как на тех, кто писал об этом в Фейсбуке, сразу набрасываются ура-патриоты с предложением. А ты чего завидуешь? Сам возьми да и покатайся на передовую, да посиди в окопах. Тогда узнаешь, как там не сладко. Я вам сейчас покажу видео из пресс-конференции, которую дали журналистам органы следствия. И там как раз говорится об одной из участниц этого банформирования, которая принимала участие в ліквідації Шеремета. Інна Грищенко займалася активною діяльністю, пов'язаною із допомогою військовим підрозділам. За час АТО вона придбала у власність декілька квартир та декілька автомобілів. Я акцентую ваше внимание. Вона приобрела не одну квартиру і одну машину, а несколько. Значить, получається, що волонтерство – це довольно-таки прибыльне заняття. Надіюсь, об этой Грищенко ви все поняли. А тепер давайте перейдемо к її супругу Владиславу Грищенко. Про Владислава Грищенка. Раніше судимий за вимагання, шахрайство, грабежі має загалом 6 судимостей. Ви поняли? Раніше судимий за вимагательство, мошенничество, грабежі має в цілому 6 судимостей. Я хочу зараз немного по-другому посмотреть на цього персонажа. І в першу чергу, як на українського воєнослужащого. Ви скажіть, хотіли б ви, щоб ваш син або брат попав в одне підрозділення з таким воєнослужащим? 6 судимостей. Не одна, и не две, и даже не три, а целых 6. Вы представляете, какому риску подвергались его сослуживцы? Вот тот, кто отправлял его в зону боевых действий. Скажите, чем он думал? Я думаю, явно не головой, а другим местом. И вот еще что. Мне, честно говоря, не очень верится, что наша полиция расследовала это дело именно тогда, когда президентом стал Владимир Зеленский. Я думаю, что глава МВД Арсен Аваков прекрасно понимал, что если материалы этого расследования лягут на стол бывшему президенту Порошенко, то он ходу этому делу не даст. Тут немає табу. Серж, дуже дякую тобі за те, що ти був у нас сьогодні в гостях. Спасибо, що пригласили. Да, і це... Спасибо, що смотрели. Да, всім дуже дякуємо за те, що були з нами. На сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наш YouTube-канал, а також шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. До свидания. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.